Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провела очередное видеосовещание во вторник, 13 июля. На повестке дня два актуальных вопроса по безопасности населения этим летом. Первая часть заседания была посвящена отчету городских структур о распространении коронавирусной инфекции в городе. Так, за прошедшую неделю в Десногорске зафиксировано 46 новых случаев заражения, 21 человек с пневмонией. По приказу ФНБ в медсанчасти открыли 50 дополнительных ковидных мест. На 13 июля их заполняемость составила больше 80%, в госпитале 42 пациента. Вместе с тем, вторую неделю в городе фиксируется прирост вакцинированных. Один компонент препарата получили уже более 9 тысяч человек. У нас поток увеличился. Идут люди, прививаются. И в среднем по сравнению с областными показателями, где у них порядка 10%, 11 всего привитых по территориям, у нас уже за 22-ю неделю. С начала третьей волны в городе усилен контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей. На неделе прошли рейды на соответствие требованиям безопасности посетителей торговых площадок и общественного транспорта. Все пассажиры автобусов находятся в масках и соблюдают полностью масочный режим. Также мы перевозчику еще направили письмо, чтобы они контролировали эти моменты. И в случае чего сразу сообщали нам. На совещании также обсудили аномально жаркую погоду, которая создает повышенные пожароопасные условия. С 13 по 17 июля в Смоленской области прогнозируется повышение температуры на 7-12 градусов выше нормы, из-за чего на территории муниципалитета установлен предпоследний 4-й класс пожарной опасности. На службу МЧС при этом накладываются дополнительные требования по предотвращению пожаров. Ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы, запрет выжигания сухой травяной растительности и разведения костров, усиление охраны общественного порядка, привлечение дополнительных сил на тушение природных пожаров, организация наблюдения путем патрулирования, информирование населения через средства массовой информации. Как было отмечено, пока в районе не зафиксировано ни одного случая возгорания. Но сохранность такого положения во многом зависит от сознательности и аккуратности граждан. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.